Швейцарии сегодня отмечают праздник Святого Бертольда. Это день основания столицы государства, города Берна. Интересный факт. Столица Швейцарии запросто могла бы сейчас называться Перепелкой или Косулей. Однако герцог Бертольд убил на охоте медведя, и город получил имя Берн от немецкого «бер» – «медведь». Кстати, главной достопримечательностью швейцарской столицы до сих пор является косолапый живой талисман. На Руси 2 января – Игнатьев день. Его посвящали дому, где человек родился и вырос. Считалось хорошим знаком в этот день провести время с родными и близкими. Также в этот день ровно 111 лет назад окончилась героическая оборона Порт-Артура. Осада крепости стала самым продолжительным сражением русско-японской войны. Здесь широко применялись новые виды оружия – гаубицы, пулеметы «Максим», ручные гранаты. Порт-Артур стал местом рождения нового оружия – миномета. Января родились известный русский композитор Мили Балакирев, советский российский артист балета, балетмейстер Юрий Григорович и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.